сдулся, вот прям взял и сдулся. Здравствуйте. Заряжусь. Это прямой репортаж с горячего стула. Вот. Не из какого там горного аула. Вот, хочу узнать, почему ей дали имя Мелания Ивановна. Почему? Кто все эти люди? Так, Татьяна, спасибо большое за ваше прямое включение. Татьяна, спасибо большое за ваше прямое включение. И мы сейчас обращаемся к журналисту. Беженцам с Украины! Да, беженцам с Украины! Беженцы с Украины, куда вы сбежали? Скажите, да, пожалуйста. Мы на Палмы хотим вести половую жизнь. Спасибо, это были замечательные беженцы с Украины. А сейчас слово предоставляется Мелании Ивановне, ранее известной как Фёкле Фёдоровне. Ранее известной? Где она? Да где же эта женщина, вообще говоря? Извините, у нас маленькие технические сложности. Здравствуйте. Мелания Ивановна, а я вас был совсем другого мнения. Спасибо, Татьяна, еще раз за ваше включение. Видимо, забыли выключить микрофон. Да, Татьяна, а подскажите, пожалуйста, а что делает человек в красном? Надо было их снимать. Такая картинка пропадала. А, это шоколадка. Татьяна, скажите, а что делает Николай? Татьяна? Это не я. Татьяна? Татьяна? Николай, Николя не скучает. Он наливает себе чаю, а вот там и не скучает. Беженцам с Украины привет. Почает. Батька махнул. Батя, продолжайте. И в заключении новости спорта, Инна. Да. Что у нас там по спорту? А я это перевод. Говори. Сегодня биатлон. Давай. Летний-зимний? Зимний-зимний. Ой, сегодня очень зимний биатлон, как-то холодно сегодня. И это все новости спорта? Да. Большой теннис. И про большой теннис... Теннис, у него как раз играют наши украинские. Ну, Коля! Да, я прошу прощения, это самый главный человек, который переводит, это не должен смеяться. Извините, я перевожу. Извините, я делаю. Одну секундочку, я делаю серьезное лицо. И вот теперь с этим очень серьезным лицом мы заканчиваем наш выпуск новостей под названием «Полный бред». До встречи в Ютубе!